эту карту. Это не забыл дневничку веселый. Да ладно. Уже пистолет не пиздец. Ясно. Я понял. Понял, кто собрал пистолет. Мне дал пистолет. Ну все, давай. Не будет пистолет, и сделка от меня. Я как знал. Кто? Скинул их. Оп. Стрит тут? Да. А я скинула тебе 170. На киви также. Своровала. Да, да, у тебя с карточки. А ты сказала бакс или ханта? Помогите. Отключи микрофончик, пожалуйста. Ты сказала бакс? Кнопочку. Или так? Кнопочку подожми, пожалуйста. Она сказала так. Кнопочку подожми. Ты сказала Макдак или Кнопка? Да, отключи кнопочку, пока мы не попали. Уже сутят. Ты сказала ха? Так. Ой, блин. Ты сказала кат или пердак? Это Кольцова его научил уже. Отключи кнопочку. Ты сказала ха? Кнопочку выключи или пердак? Кнопочку выключи и не включай. Ты сказала «Терзи» и «Терзи». Это даже шутки, чем шутки про говно. Это шутки панды. Неплохо, неплохо. Нет, шутки говно и шутки крови, но это разные вещи. Да-да, что ты, я так понимаю. Специально микро не вчера с тобой, мы не услышали, как ты хохочешь. Тут спрашивают, как микрофон включить. Никак. Вот мы начинаем. Ты был не такой. Ты-то куда? Почему? Ты сказала Хайс или Пеннивайз? Ой, блин. Чисто чел до унизма взразил. Ой. Страшно. Стань. Я тут где-то телепорт нашла, сейчас не понимаю, как его активировал. Да. Кажется, камба мне просто. А тут все телепорты кнопкой активируют. Это все я, камба назад. Макс, как дела, Макс? Нормально все, да? Висишь, зависаешь. Че, ну зачем ты на стрит-то про поставил? Что? Кто поставил? Я на другой крыше сижу. Хорош. Налево посмотри. Блин, дурак. Это Макс пропустил. Мисс, чё, вам что происходит? Народ. Тун-тун-тун-тун, я тут чисто. Народ, что ты пишешь? Зетели. Пойдемте все запах, протараним их нахуй, да и все. Ну или должно притянуть. Панда. Таня. Или Макс. Нет, хотя это Вульф или Панда?
Непонятно. Не, ну я не мог, потому что я не писал запрос сейчас. Может, у тебя зибинт? Чё, посмотри, ну, я просто знаю, как сделать так, чтобы не видно было. Ясно. Вот, вот все, и сам спалился. Знаешь? Как ты... Чё? Вот поставить всего лишь эту палочку, и все, уже не видно, что ты написал. Какую команду. Аня, я вижу, что ты на него пруб хочешь поставить, даже не думай. Я? А кто, Макс, что ли? Что? Да, Макс. Чё ты не откроешь? Я сейчас не ставлю пропа. Да, да, Макс такой. Не, ну Макс никогда не обман. Не, ну приколбасик. Это Рофь. Кстати, я завтра с третьего урока. Ура. Че? С третьего урока я говорю. Да. Ой, панда. Мне по тебе радости. Я с шестого. Ой. Ты охуел, у тебя что, вторая смена? Нет. Откройте. Клопа. Если у тебя вторая смена, тут вообще такой лох. Солен собрал. Я отдал. А найти штуки есть или порно? Или нет? Ну, мне кажется, их туда не просто так поставили. Ну, хотя понимаю, но... Ау. Панда, да. Тут стоишь-то. Идите нахуй. Почему так нахуй? Почему я, блядь? Кто бежит? Ну что, панда, когда админку купишь? Я нахуй, она мне нужна, я чудо. Ну-ка, повтори. Ну, типа, зачем мне админка, чтобы вот это все с игры заходить, если челик с читами играет. Или там, не знаю. Ну или просто нахера мне она. Не, ему же 16 есть. Вроде мне 15. А! Не окей. Вот, что там. Да, ты на 85 взяли, ой. Чё? Ну-ка повтори. Ну-ка повтори быстро. Ты там всё поддакиваешь, сидишь тоже. Ай, чё? Макс, ну ты понял, да? Сука. Чё такие тупые? Ой. Непонятно. Зачем нужна эта админка? Здорово. Синий. Пацаны, сила, это кликера. Со всякими разными такими, как панда, Макс бых общим, да? Вот чё ты лекаешь? Сидишь, ты такой играешь, и твой лучший друг, вот прям самый лучший Макс. В смысле, ты как здесь оказался? Как? Телепорт знает. Что мне делать, банить его, что ли? Ну, блин. Чё? Что ж? Ты... Нет, простите. Молодец, кого понять, хочешь? Да, да. Ты знаешь, как круто, типа халявный цемент, халявный глаз. А что хляет? Все покулика. Да, я тебя вынесу. Ну я еще на тебя обижаюсь, если что. Ну мы вообще все на него сейчас обижаемся, если что. Ну вот и все, так ему надо. А вот не пойму. С козырей начал. Где мой квантек вообще? Квантек мой где? Почему все фыровцы здесь, значит, с моим квантеком бегают, а ты нет? Особенно что? Да потому что они все снимают, когда выходят. Нет, не все. Варвеник всегда 24/7 с этим квантеком бегает. Ну потому что он вообще не бегает. Нет, он вообще под ВМ ходит. Так что панда как бы, увы и ах. Нифига не особенно взял, поставил мой контент. Не ставишь, до свидания, значит. Где? Вот так вот и бегай с ним. Я хочу еще поиграть. Меня здесь давно не было. Ладно, меня здесь немного когда было. А?
Ну подумай, что люди не играли, что они еще поиграют на зиму. Ну вот и все. Раз да, понимаю, что синий здесь. Чё ты там пищишь? Да. Не, ну это уголовка типа 8 лет, я не знаю, по-новому это где-то 10. Так что хрен его знает. За тебя что? Может, последний фильм уже. Сейчас Лорк зайдет, кстати. Лорк. А, ты, кстати, этот Лорк хотел админку у тебя купить. Вот. Я не знаю, он оставлял вообще на форуме хоть что-то. Нет, либо ему не было что-то лень. Нет, вот. Не а так он все говорил, что хочу админку купить. Потому что типа из-за того читака, который заходит ночью. Вот. Было такое, что знаешь. А потом, когда я с ним сама говорила, он сказал, что может не пишет. Ой. Не, ну так бы все зашли. Сейчас. Да ну, да зайди, стоит, ну. Под каблуком все. Если ты сколько нас там? Под каблучек. У меня там большинство адекватных. Бар. Ты ничего это намекаешь. Давай. Ты что хотел? Что? Ничего. О, какой-то лук. Ты что там кушаешь? А что здесь?